Привет, интернет! Весной мне удалось осуществить еще одну культурную поездку. Вот только монтировал я ее довольно долго. Отправились мы в город Александра, а точнее в его самое сердце, Александровскую Слободу. Александров – это четвертый по величине город Владимирской области, а также является туристическим центром и входит в состав Золотого кольца России. Расположен в 125 километрах к северо-западу от Владимира и в 111 километрах к северо-востоку от Москвы. Сам город встретил обновленной набережной, и это однозначно хорошо. Уютное место с красивым видом на главную достопримечательность города, не лишенное детской площадки и интерактивных объектов, вряд ли будет пустовать когда-либо. Благоустраивать набережную реки Серы начали в 2018 году. Здесь появилось несколько зон отдыха, удобная автомобильная парковка, спортивные и детские площадки, площадка для катания на роликах, а также два причала для лодок и катамаранов. Правда, причалов я не увидел. Главной же изюминкой стал уличный театр. Он представляет собой сцену со ступеньками, колоннаду и порталы в классическом стиле. Нельзя не отметить и памятник Ивану IV, грозящему или указывающему пальцем на слободу и уточек, которые не прочь с вами подружиться, если вы принесете им угощение. Поселение на месте нынешнего города известно с середины 14 века. В документах 14-15 веков упоминается под названием Великая Слобода. С начала 16 века новое село Александровское и Александрова Слобода. Близость Слободы к Москве, Троице-Сергиеву монастырю и Переславлю-Залесскому сделала ее в 15 веке местом отдыха московских князей во время поездок на Богомолье. Во второй половине 17 века на территории бывшей царской крепости был устроен Успенский женский монастырь. Сейчас это пятиглавый храм. В советское время на территории бывшей крепости и упраздненного монастыря функционировал музей. Ныне территорию Александровского Кремля делят музей-заповедник Александровская Слобода и возрожденный Свято-Успенский монастырь. Наверное, поэтому религиозность этого места ощущается очень слабо.
Я рад, что мне не запретили немного поснимать, и я, конечно, не буду отнимать хлеб у экскурсоводов, а просто поделюсь общедоступной информацией, которую вы легко сможете найти в интернете, ну и моими впечатлениями, конечно. В 2017 году Почта России выпустила почтовую марку номиналом в 22 рубля с изображением Александровского Кремля. Впрочем, сувенирных и антикварных лавок здесь довольно много. Из-за реконструкции мне удалось посетить только женскую часть Слободы, так говорят экскурсоводы. Я побывал в Успенской церкви, больничном корпусе, а также записал все эти панорамы в начале ролика с Распятской церкви колокольни. Будет интерес приехать сюда еще раз и посмотреть на мужскую часть. После смерти Василия III его сын Иван Грозный, следуя традициям отца, продолжал совершать богомольные поездки и с 1532 по 1563 год приезжал сюда более 10 раз. К осени 1565 года в Александрову Слободу сходятся все нити внутреннего управления. До 1581 года Слобода является главным политическим и культурным центром русского государства и центром опричнины. Здесь царь и его семья находились во время мировой язвы, чумы, охватившей Москву в 1568 году. Здесь же в 1571 году проходил царский смотр невест. Со всей Руси сюда приехали более 2000 красавиц, из которых Иван Грозный выбрал себе в жену Марфу Собакину. В ноябре 1581 года здесь умер или был случайно убит отцом царевич Иван. После смерти сына царь навсегда покинул Слободу.
Успенской церкви в белокаменных подклетах, где более 400 лет назад располагались палаты сытного двора, открыта экспозиция «Царская квасная». На территории Слободы можно купить не только сувениры, но и промысловые товары местных или сергиево-посадских священнослужителей. Особняком стоит местный Иван-чай. Говорят, его любил сам Иван Грозный. Не знаю, понравится ли вам или нет, но попробовать точно стоит. Экскурсоводы говорят, что считалось, что чай – это мужской напиток, а кофе – женский. На Руси первые упоминания о напитке из Иван-чая встречаются в рукописях аж 12 века. Согласно легенде, Александр Невский после битвы с полком крестоносцев отправился в крепость и там впервые попробовал напиток из этого растения. Он удивился, что уснул как младенец, а наутро был бодр и полон сил. Оценив целебные свойства, он приказал пить Иван-чай всем воинам. Если продукт не ферментированный, а просто высушенный, то он будет отличаться ярко выраженной кислинкой. Цвет напитка золотистый, похож на зеленый чай. Согласно научным данным, благодаря высокому содержанию танина, пектина и флавоноидов, Иван-чай имеет самый высокий коэффициент противовоспалительного действия среди растений отечественной флоры. Благодаря способности улучшать пищеварение, напиток из этого растения помогает снизить вес. Также входящие в его состав вещества положительно сказываются на красоте волос и ногтей. При длительном приеме чай может вызывать расстройство пищеварения. Его не стоит употреблять детям до 6 лет, при беременности, кормящим женщинам и при индивидуальной непереносимости. Специалисты не рекомендуют пить отвар вместе с успокоительными и жаропонижающими препаратами. Пыточную Ивана Грозного я не попал, но в подвале побывал. Поймал себя на мысли о том, что здесь и без пыток легко подхватить воспаление легких при длительном пребывании. В архитектурном памятнике более позднего периода расположена экспозиция в провинциальной гостиной. Подлинные предметы быта и интерьера создают уютную обстановку дома зажиточного горожанина 19 столетия. Рассказывают о жизни провинциального Александрова того времени. Также были представлены музыкальные инструменты и игрушки. Thank you.
1826 году была введена в эксплуатацию железнодорожная линия на участке от Москвы до Сергиева Посада, и Александров становится транспортным узлом. В 1932 году из Москвы в Александров переезжает радиозавод номер 3, что положило начало развитию в городе радиотехнической промышленности, ставшей впоследствии ведущей в стране. В первые годы был налажен выпуск радиоприемников. В 1949 был разработан и выпущен первый телевизор. А в период с 1945 по 1952 год завод выпустил свыше 1 миллиона радиоприемников «Рекорд», «АРЗ» и «Искра». От этой экспозиции даже ёкнуло сердце, если честно. Многие вещи я видел в детстве, в доме у бабушки, и от этого накатывает воспоминание о давно забытой юности и людях, которых уже с нами нет. Смотровой площадке Распятской колокольни, памятника царского строительства, открывается красивейшая панорама редчайшего дворцово-храмового ансамбля, выстроенного с европейским размахом. Здесь открыта экспозиция «Александровская слобода 17-18 веков. Успенская обитель». Экспонаты образно представляют историю дворцовой вотчины, ее статус и роль политических процессах в период правления династии Романовых. Новая экспозиция – прекрасное продолжение выставки «Александровская слобода. Легенды и были», рассказывающая о самых интересных и загадочных страницах истории царской слободы, обросших за столетия домыслами и мифами.
1513 году здесь был построен загородный дворец великого князя Василия III. Он приезжал сюда с семьей и двором. Остатки дворцовых сооружений ныне известны под именем Александровского Кремля. После смерти Василия III, мужа Елены Глинской, здесь оказывается его сын Иван Грозный, уехав от многих каменных дел, чтобы его государя Бог наставил. Слобода превращается в фактическую столицу государства. Здесь была учреждена опричнина, в Слободе функционировали приказы, Боярская дума и ряд других учреждений. Отсюда был совершен поход на вольный Великий Новгород. В Москву Иван IV ездил на невеликое время. А английский путешественник Флетчер писал, что Александровская слобода при Иване Грозном по доходам стояла на первом месте среди других городов Руси. Александровский Кремль стал едва ли не главным местом международных переговоров и подписания соглашений. Сюда прибывали послы и посольства Англии, Швеции, Крыма, Дании, Великого княжества Литовского, а затем Речи Посполитой, Папского престола и иных государств. С 1568 года в Слободе располагалась царская книгописная палата и печатный двор. А в 1581 году царь покинул крепость в Александровской Слободе и больше никогда сюда не возвращался. Это связано со смертью сына Ивана, которого, по одной из версий, случайно убил сам царь, но экскурсоводы рассказывают и другие интересные версии. В Троицком соборе служит. Там снимать я не стал, но пару свечек поставил. Вспоминая школьную программу по истории России, свежи добрые воспоминания о том, что на экзаменах мы мечтали получить билет именно про Ивана Грозного. Ведь это, возможно, самый интересный период истории нашего государства. А Александровская слобода – живой свидетель той эпохи. Двухчасовая экскурсия пролетела на одном дыхании. Благодарю за такой интересный материал экскурсоводов и, конечно, рекомендую посетить это место с экскурсией.